В прошедшие выходные в Малаховке появился памятный знак жертвам дорожно-транспортных происшествий. Церемонию приурочили ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 18 ноября. На открытии мемориала побывала Дарья Борисова. Алая лента – традиционный атрибут торжественных событий, на этот раз разрезалась не под звуки фанфар. В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП в Малаховке собрались делегации из разных районов Московской области, чтобы вспомнить о погибших на дорогах. Память жертв аварии была увековечена на мемориальной плите. Местом для ее установки стала территория Люберецкого отдела ГИБДД. Не случайно. Сделано это для того, чтобы люди, которые приезжают в госавтоинспекцию, либо за оказанием государственных услуг, либо по другим вопросам, могли увидеть те последствия, которые наступают, если не выполнять требования правил дорожного движения. На аллее памяти установлены стенды с информацией о смертельных авариях в назидании всем участникам дорожного движения. Только за 2018 год в Московской области произошло более 5000 ДТП. В них погибли около 800 человек. Аварии на территории Люберецкого округа унесли жизни 22 человек. Умышленное нарушение правил дорожного движения специалисты ГИБДД называют самой частой причиной ДТП. Сегодня здесь в основном молодежь. И я обращаюсь к вам. Берегите, цените свою жизнь. Садясь за руль велосипеда, скутера, мотоцикла или машины, помните, что каждая минута, каждая секунда может вашу жизнь оборвать, если вы не будете соблюдать правила дорожного движения. На памятном митинге к молодежи обращались особенно настойчиво. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, автокатастрофы занимают первое место в рейтинге причин смертности детей от 5 до 14 лет. ДТП также входит в число ведущих причин преждевременной гибели людей младше 30. Мы не можем себе позволить терять столько молодых жизней. Так что очень большое усилие делается именно упором на воспитание молодых, но и защиту молодых. Потому что никогда не бывает такое, что дети виновны к происшествию. Конечно, да, по юридическому возможно сказать, да, ребенок побежал на улицу. Но на самом деле ребенок не может понимать, что такое улица, что такое дорожное движение. Что такое скорость? Каждый день помнить о том, к чему приводит беспечность на дороге, и почаще рассказывать об этом детям. К этому участников митинга призвали его организаторы, отметив, что соблюдение правил дорожного движения – самый надежный способ не попасть в сводки новостей о смертельных авариях. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.